Наверное, нам сюда нельзя. Что тут есть такого, чего я не видел? Да, но он совершенно не в моем вкусе, Брэнда. Не знаю, почему ты решила, что мисс он... Мисс Бейкер, вы здесь? Мелани, Мелани, ты в этой кабинке? Этого только не хватало. Мисс Бейкер, это мы, братья Кларенсы. Мы решили узнать, все ли в порядке. Если да, спустите воду. Ау! А, вот ты где, приятель! А ты знаешь, что это женская уборная? Привет, Чет, мы с Кларенсом разговариваем с мисс Бейкер, входи. Чей, как пишется? Пишется... Что? Секунду, вообще-то тут нет ни мисс Бейкер, ни Мелани. Здесь другой человек, так что, мальчики, лучше уходите. Мелани, я принес тебе ножки краба, как и обещал. Что? Нет, не я... Ты успела поймать? Это вкусно. Мисс Бейкер, ничего, что мы едим в туалете. В школе вы не разрешаете. Мы не в школе, Кларенс. И я не твой учитель, а обычный человек. Я только хотел поздороваться и пожелать счастья, если вы вдруг выйдете замуж. Кларенс, я знаю, что ты хочешь помочь, но все в порядке. Можешь идти домой. Когда выйдете из кабинки, сядьте за столик и станьте частью нашей семьи. Я сейчас войду и обниму вас. Стой! Идите ко мне, обнимите меня. В этом нет необходимости. Дайте вас обнять. Хватит, выйдите вон. О, бедняжка, как мне вас жаль.